Приветствую вас, дорогие братья мои и сестры. С вами снова я, ваш вечный друг и духовный наставник, отец Михаил. Сегодня проповедую я с далекой чужбины, города Лос-Анджелес, что в США, куда занесла меня судьба моя по воле Господа нашего Иисуса Христа. Под одурманивающей красотой этого города кроется обратная его сторона. Город порока, греха, блуда. Но нет места лучше для борьбы с дьяволом, чем в самом его сердце. Так давайте же начнем эту борьбу прямо сейчас. Грешник торгует неблагоугодными веществами. Богу прийти очищенный от всякой скверны, и спаси души наши, и помоги совершить совершаемое мною дело во имя Отца и Сына и Святаго Духа и во веки веков. Аминь. Знаете, вот, промахнулся. Как говорится, на Бога надейся, сам приглашай. Священном писании. Сатаны. И благодатью, даже в православии истинной вере соблюди, яко благословен есть и во веки веков. Аминь. Пойдемте по лестнице. Аминь.
дорогие зрители, что вы смотрели наш замечательный канал. Во славу Бога, пожалуйста, подписывайтесь на новые видео. Давайте вместе очищать этот мир от скверны, нечисти, непогоугодных людей, непогоугодных веществ. Бог вас любит. Люблю я вас точно так же. Бог любит вас. С вами был отец Михаил. Увидимся с вами в следующем видео. Милиционер ел. Пошли. Спастись не брюхом, а духом. Надулся, как сыч. Еще 8 дней осталось.